Привет, привет. Привет, друзья. Сейчас все, кто хочет посмотреть Формулу-1 вместе, она скоро уже начнется. Старт буквально через 5 минут. Там даже может меньше уже, в течение 5 минут. Я запущу стрим на ДГ. И заходите туда. И все. Да, ну сейчас, если кто-то тут захочет еще, ну, компанию нам составить, потому что не все на телеграм-канале присутствуют. Вот. Поэтому, может быть, нас будет побольше. Вот. Ссылка закреплена в сообщениях. Так что, ребят, заходите туда. Переходите по ссылке, подписывайтесь, и там в течение 5 минут будет запущен стрим. Но пока там никто никуда не едет, сейчас подождем еще чуть-чуть. Как раз люди увидят то, что там стрим запущен. Я офну и запущу на Good Game. Да ладно, Николсон. Я в телеге ссылку оставлю на Good Game. Там уже пост-то есть, и там я уже видел. Писал. Да пока... Ну, давай туда. Вот. Поэтому как-то так. Я просто почему решил Формулу-1 посмотреть, потому что там как-никак Монса, а Монса это там, ну, примерно 70% трасс это сплошная прямая. Поэтому, возможно, там будет интересная гонка. Там даже дело не в борьбе за первое место, просто по напрягу, я думаю, будет нормально. Может быть, нам повезет, и мы увидим какую-то борьбу там за первое место. Это, конечно же, не точно. Сейчас мы... Я допущу. Вроде бы попал. Слав, привет. Мы Формулу-1 собираемся смотреть, так что если хочешь, переходи по ссылке в описании. Ой, в чате закрепленный. Good Game. Так, ну я не знаю, там кто-то туда перешел, я потому что не вижу, сколько людей вообще, 15 зрителей всего. Парни, если хотите вместе посмотреть Формулу-1, я включу... Да, уже пошел разогревочный круг, так что побежали, ссылка... Туда идем, на Good Games, ссылка в комментариях. Все, ребят, выключаю.